Հայաստանը։ Այնուհետև հանդիպեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Բելարուսի և Տաջիկստանի նախագահները։ Նիստի մասնակիցներին ողջունեց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Во время прошлогодних встреч в Минске и Бишкеке был достигнут ряд договоренностей по актуальным проблемам в разработке нормативно-правовой базы по сотрудничеству в сфере коллективной безопасности в рамках ДКБ. Осуществлена большая работа по адаптации договора о коллективной безопасности к современным геополитическим условиям. Приняты основные положения коалиционной стратегии государств-участников договора и модель региональной системы коллективной безопасности. Были проведены консультации и принят ряд решений по вопросам практического взаимодействия и координации усилий государств-участников договора о коллективной безопасности. На нынешнем этапе мы приступаем к практическому осуществлению мер по формированию региональных систем коллективной безопасности и созданию соответствующих совместных органов управления. Исторически сложившаяся общность интересов государств-участников договора, общие для них угрозы вызывают необходимость координировать их совместные усилия. Речь не только о коллективной обороне государств-участников в случае вооруженной агрессии против одного из них, но и о более широком круге вопросов, совокупности составляющих согласованную политику по ключевым аспектам глобальной и региональной безопасности. Активизация международного терроризма и экстремизма, а также сохраняющиеся очаги напряженности в регионах, сопредельных зоной действий ДКБ, заставляет нас интенсифицировать коллективные усилия по созданию единого органа для обеспечения военной безопасности государств-участников договора. В этой связи нам предстоит рассмотреть предложение по поэтапному формированию центрального органа военного управления системы коллективной безопасности в рамках договора. Уважаемые коллеги, участие Армении в договоре о коллективной безопасности является одной из важнейших составных системы безопасности нашего государства. В условиях сложной геополитической ситуации в регионе действие договора о коллективной безопасности играет стабилизирующую роль. Просто убеждены в этом. Подтверждая ненаправленность договора против каких-либо третьих стран или коалиции государств, мы уверены в том, что договор служит укреплению мира и стабильности во всей зоне своего действия. Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ առանձին պետությունների կայունությունը կախված է իրենց ներդրումից հավաքական անվտանգության ընդհանուր համակարգում։ Նրա խոսքերով պետք է աշխատել նախորդ պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ և կատարելագործել նոր որոշումների մեխանիզմները։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի նիստի շրջանակում 6 պետությունների ղեկավարները ընդունեցին քաղաքական հայտարարություն, համաձայն որի նախագահները կարևորում են միջազգային անվտանգության և կայունության ամրապնդումը, նաև վճռականություն են հայտնում շարունակել պայքարելու միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Բելարուսի և Թաջիկստանի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսում ընդգծվեց Երևանյան հանդիպման առանձնակի կարևորությունն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունների էապես նոր որակը։ Նախագահները միամուր հայտարարեցին, որ թեև անցյալում ՀԱՊ-ը բավականին պասիվ մարմին էր և ստեղծման 1992 թվականից մինչև 99-ը նիստեր չեն գումարվել, սակայն այսօր իրավիճակն այլ է։ Сегодняшняя сессия действительно является прорывом в том плане, что обратите внимание на три важнейших документа, ради которого мы сегодня и собрались. Первое – создание сил быстрого развертывания. Второе – формирование этих сил. Третье – команда органов управления этими силами и положение об этих силах. То есть, наконец-то, договор коллективной безопасности приобретает то, для чего он создается. Не дай бог, конечно, применять эти силы, но мы договорились о том, что каждое государство, имея такие формирования, в будущем могут увеличить его от батальона до бригады. Но сам этот факт политически, я думаю, будет помогать, особенно горячие точки, которые являются Центральной Азией в связи с нападениями бандформирования 2 года уже с юга Кыргызстана и Узбекистана. Афганистан стал рассадником международного терроризма, экстремизма и страной, которая производит на своей территории 75% от общего производства опиевого мака в мире. Тут же Владимир Владимирович говорил, это глобальная проблема, это не только проблема
Таджикистана или Центральноазиатских государств. Вот, и мы призываем международные сообщества именно помочь Таджикистану в этой буферной зоне бороться с этим злом. И нас очень радует, что договор коллективной безопасности с каждым годом все больше становится реальной силой, реальным инструментом по обеспечению безопасности стран-участниц этого договора. Вот сегодня, на сегодняшней сессии, принято очень важное решение по созданию коллективных сил быстрого реагирования в Центральноазиатском регионе. И я благодарен президентам стран, участниц договора коллективной безопасности, за решение разместить оперативную группу по руководству этими коллективными силами быстро.